Эй, помочь тебе с пончиками? Спасибо, я сам. Кстати, меня зовут Фрэнк Медок. Чейз. Чейз Маккейн. Чейз Маккейн? Живая легенда! Правда, что ты упрятал за решетку бешеного Рекса? Ну, нас было много. Арест произвел вице-шеф Данби. И никакая я не легенда, а самый обычный коп. Как ты, Медок. Круть! Ну, может, не совсем как ты. Ну что, покажешь, что тут новенького появилось? Это большая честь для меня! Я буду ждать тебя! Твои! Окей! Наталья? Чейз? Да, это я. Ты как там? Разряд? Ты думаешь вообще, что творишь? Мне нельзя звонить. Я нахожусь под программой защиты свидетелей. Я волновался. Рекс сбежал. Вдруг он решит отомстить тебе? Знаю, но я ему не нужна. Сам шеф полиции сказал мне, что Рекс сбежал из города. Что? Мэр только что сказал мне, что он здесь. Что? Может, я... Да. Лишь бы у тебя не было проблем. Моя проблема — это ты, вся эта каша из-за тебя. Ты где сейчас? Незачем тебе это знать. Мисс Смит, подойдите в регистратуру больницы Милосердия. Больницы Милосердия? Нет. Да. Но не приходи сюда. Потому что если Рекс охотится за мной... Я тут не задержусь. Рекс... Фрэнк, ты уверен, что это безопасно? Конечно, это! Эй, Чейз! Это наш главный компьютер! И обычно он так не дымится. Сегодня утром его взломали. Сработала сигналка, и лифт автоматически отрубился. А дым – последствия ремонта Фрэнка, его рук дело. И моего молотка. Главный компьютер работает. Сигнализация отключена. Работа лифта восстановлена. Эй, неплохо. Пойду искать того, кто его взломал. О, если вдруг застопоришься, я помогу. О компьютерах я знаю все. Компьютерах? Да, компьютерах. Чейз, айда в подвал. Мою лестницу, я мою лестницу. Понял, госпожа мэр. Я проведу брифинг по делу Рекса, но повторяю, он уже далеко отсюда. Достало уже! Заставило меня нанять какого-то непонятного иностранца! Чейз Маккейн? Данби? Новый шеф полиции? Так, хоть и не я дал тебе эту работу, Маккейн, но мои приказы тебе придется выполнять. И вот первый! Шуруй в подвал и найди себе форму, понял? Вы что, старые друзья? Медок, ты не забыл положить НЗ на мой стол? Не забыл! Я в свой кабинет! Через 10 минут брифинг по делу бешеного Рекса! Хотя, скорее всего, он уже за 3-9 земель отсюда. И не беспокоить меня! Ага. Да, сегодня у него хорошее настроение. Давай, достанем тебе форму. А вот и наш подвал. Сейчас я тебе все покажу. Там сидит Чак. Он занимается распределением тачек. Новичкам можно пользоваться только одной моделью. Но если ты проявишь себя с лучшей стороны, сможешь гонять и на многих других! Да? Фрэнк, а на скольких ты можешь гонять? Ну, по-моему, нам пора двигаться дальше.
Лифт, на котором можно подняться наверх, не работает. Чак говорит, что это для нашей же безопасности, потому что там наверху живет монстр. Монстр? Да. Пожалуйста, не дай ему слопать меня. Не дам, Фрэнк. А тут у вас что? О, мы еще сюда вернемся. Это нечто особенное. Так, пора тебя приодеть. Утром завезли новую форму. Пойдем, поищем ее. Когда я только начинал, мне достался бэушный комплект. Но я смотрелся в нем очень даже ничего. Загляни в эти коробки. Ну почему теперь выпускают только сборную мебель? Классно выглядишь! Теперь, когда у тебя есть форма, я могу показать тебе особенное местечко. Это отдел снаряжения! Надеюсь, Элли на месте. Уроков физкультуры в школе. На месте! Фрэнк Медок, ты что ли? Одну минутку. Тут у нас отдел снаряжения и шкафчик с уликами. Всем этим заведует девушка по имени Элли Филлипс. Приветик. Я и не знал, что ты тут. Мы ж только что говорили. Привет, я Чейз. Да, и это тот парень, о котором ты рассказывала. Чейз Маккейн! Ну, приятно познакомиться, Чейз Маккейн. Мой дядя Дюк рассказывал о тебе и о Рексе, которого ты упрятал за решетку пару лет назад. Правда? Ты не думай. Тут в участке некоторые в курсе, что всю работу проделал именно ты. Ух ты! Это полицейский коммуникатор. Фактически твой старый телефон, но с кучей новых функций. Например, я смогу узнавать, что ты делаешь. Для начала тебе нужно подсоединить его к главному компьютеру в фойе. Медок, поможешь Чейзу разобраться ради меня? О, умничка! Чейз, как только подсоединишься, я тебе позвоню. Ну уже, я держу лифт! Сюда, Чейз! Наконец-то! Давай, воспользуйся компьютером! Соединение установлено. Идет синхронизация. Выполнено 1%. Компьютеры. Эй, Фрэнк! Кто-то должен разбудить шефа. Я слишком много работаю. Второго увольнения мне не вынести. Все равно я не хотела идти на этот брифинг по делу бешеного Рекса. Ключ от кабинета у тебя? Я же все еще держу его в руке, так ведь? Нет. О, значит, я потерял его. Выполнено 100%. Я помогу тебе найти. Чем скорее шеф проснется, тем быстрее я смогу заняться настоящей работой. Спасибо. По-моему, я потерял его наверху! Ну и как нам фотографировать подозреваемых, если камеру не найдем? Копирок, что ли, засовывать? Почему бы нет? Эй, Чейз! Твой коммуникатор заработал! Да. Но теперь я должен помочь Фрэнку найти ключ. Не беда!
Я перепрошила твой коммуникатор и добавила функцию сканера. И теперь ты сможешь найти то, что нельзя увидеть невооруженным глазом. Например, призраков. Сколько можно повторять? Это было твое отражение. Спасибо, Элли. Эти страшные, выпученные глаза.